Пересвете продолжается благоустройство площади имени Виктора Пухова. Виктор Александрович – видный ученый, испытатель ракетной и космической техники, один из основателей Пересвета. Виктор Пухов – человек, сыгравший ключевую роль в развитии Пересвета. Он занимался наукой, но не забывал о сотрудниках градообразующего предприятия. Построил школу, детские сады, бассейн. Теперь его именем названа одна из центральных площадей Пересвета. До него тоже были еще у нас. Вот. Но в основном он славился. Очень хороший был. Во-первых, он утром в 6 часов, прежде чем провести оперативку, он пробежит весь поселок, тогда еще назывался, проверит, есть где или нет грязь. В общем, дисциплина была хорошая. Как вам сегодняшняя стройка? Ну, еще не видно. Но я думаю, будет хорошо. Площадь имени Виктора Пухова ожидают глобальные перемены. Здесь проходят городские праздники. Это место важно для жителей Пересвета. Делают новую площадь. Она была безобразная, асфальтовая. Ребятишки гоняли. А тут, вы видите, что творится? Чистота, порядок. Смотрю на все это. Такая мощь, такая страшная. И думаю, боже мой, вон победитель всероссийский конкурса выиграли. Это же замечательно. В прошлом году Пересвет победил во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. В основе проекта благоустройства площади Пухова – космическая тематика. Нужны, конечно, изменения. Видите, что сделали? Красиво? Красиво. Работает уже третий месяц. Так что пускай сделают самый красивый город. Помимо самой площади, работы проводят у соседних магазинов, возле бассейна, Дома культуры «Космос» и библиотеки. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов, Никита Корсаков. Программа «События».